Всем привет, с вами Кири, и сегодня я вам расскажу, что ожидает Дев в новом 2015 году. Для Дев 2015 год можно назвать годом ожидания и подготовки, при этом его можно разделить на две части. Первый – это период отдыха и сбора сил, а второй – это период начала новых действий. В первой половине 2015 года девы могут отметить, что им не хочется проявлять социальные активности, а все больше хочется проводить время в спокойной и тихой обстановке. Вы будете склонны вести уединенный образ жизни, часто будете пребывать в одиночестве, при этом вы не будете себя ощущать брошенными или одинокими. Вам будет нравиться тишина и спокойствие. Вы можете отметить, что все реже бываете в компании друзей и все больше в кресле с любимой книжкой. Для вас наступит время созерцания, анализа опыта прошлого и ошибок, которые вы могли совершить когда-то. Другими словами, в начале 2015 года девы будут мечтать, строить планы, вынашивать идеи. Однако, как сами девы, так и окружающие вас люди могут отметить, что ваши проекты и планы как бы замерли, не продвигаются и не реализуются. При этом сами девы не высказывают по этому поводу ни малейшего беспокойства. Не удивляйтесь, если в этот период другие люди будут пытаться подтолкнуть вас к более активным действиям. На самом деле у вас, дорогие девы, поводов для беспокойства не должно быть. Эта судьба дает вам шанс взвесить еще раз все ваши идеи и начинания, чтобы избежать ошибок. Также в первой половине 2015 года вы, дорогие девы, можете отметить, что становитесь очень чувствительными к бедам других людей. Сентиментальность отчасти свойственна вашему знаку зодиака, но на этот раз женственная и мягкая сторона вашей натуры способна взять верх над голосом разума. В такой ситуации до беды рукой подать. Ведь одно дело приютить бездомного котенка, и совсем другое, если вы, например, проникнете всей душой к бедам другого человека. Будьте аккуратны, помогая другим людям, так как вы склонны к заблуждениям насчет других людей, и по доброте своей душевной можете попасть в цепкие лапы мошенников. Первая половина 2015 года идеальна для восстановления физических сил, а также для обретения душевного комфорта. Не пренебрегайте отдыхом в этот период. 2015 год будет непростым для вашего знака зодиака, и вам, дорогие девы, потребуются все ресурсы, которые только можно будет приобрести в период первых месяцев года. Во второй половине 2015 года, после того, как наберетесь сил, девы приступят к активным действиям, с особым рвением начинания реализацию формированных к этому времени планов и идей. С приходом августа 2015 года в жизни дев наступит активный период, когда ваши достижения будут замечать, а популярность в обществе начнет расти. Конечно, широкой известности большинству из вас не добиться, но все же на волне успеха вы вправе проявить карьерные амбиции, а также показать окружающим, на что вы действительно способны. Также велика вероятность во второй половине 2015 года поездок за границу.